Значение съезда мировых и традиционных религий для нашей страны обсудили в университете Нур-Мубарак. Лекцию для студентов провел известный казахстанский дипломат, ныне руководитель Центра межконфессионального диалога Булат Сарсенбаев. Он подчеркнул особую роль съезда в продвижении идеи мира и согласия и рассказал о казахстанской модели построения толерантного общества. В этом году состоится заседание секретариата съезда мировых религий. Как и ранее, руководство страны выразило готовность продолжать проведение таких крупных международных мероприятий. Для Казахстана съезд имеет особое значение, как, впрочем, и большую пользу для всего мирового сообщества.